Хочу показать вам игру с детства. Вам понадобятся ручки и такой листочек двойной. Каждый игрок рисует, ну, к примеру, в данном случае 8 танков. На своем поле располагает по его желанию и штаб-квартиру. Следующее мы ходим. Как мы ходим? Рисую такую точечку. Переворачиваю, обвожу ее. Это мимо. Дальше ходит. Если мимо, значит ходит оппонент. Давай, ходи. Так, Анюка попала, только мимо. Так, вторая попытка. Попала. Если попала, значит. Все, взрыв. Вот так играть.